Здравствуйте, дорогие друзья, мои уважаемые зрители. Я вас хочу познакомить с рунами скандинавскими, которые пришли ко мне. Я их даже и не заказывала. Но они ко мне как-то пришли, мне их принесли в дом. И сказали: Жанна, прими их, пожалуйста. Их делали украинские мастера, мужчины. Каждая руна сделана из дерева. Сейчас откроем. Заплати, сколько ты считаешь нужным. Я говорю, ну я не готова. Зачем мне руны? Это было где-то 1,5 года назад. Ну возьми, потому что, ну вот я заказала, но я передумала. Это скандинавские руны. Что-то мне начало говорить. Я говорю, я за них заплатила 150 или 200 евро. Ну, я уже не буду вам это все сочинять. Может быть, искаженная информация, что-то где-то призабыла. Ну, они мне лежали. Я взяла, посмотрела раз, второй, третий. Потом думаю, Жан, ну, они не зря к тебе пришли. Тебе всегда интересна эзотерика. Просто это скандинавы. Я живу в Италии, рожденная, ну, в Украине, во Львове. И как бы у меня славянские корни. Вот. Потом посмотрела по язычеству. Ой, извините, дорогие, извините, я вас открыла. Потом посмотрела по язычеству, у меня бог солнца, Хорс. Вот, кстати, это только что заметила, что тут тоже солнце. Потом вспомнила со временем, что мама говорила, что я очень в юном возрасте, ну там 10 месяцев, уже начинала различать, читать и... предков, которых мы сами не знали, говорит, ну, по польской линии. Начала рассказывать, читать, показывать, и кто очень рано начала. Вот. И рисовать начала сразу же солнце. Она говорит, рисовала так интересно, лучики не так, как все рисуют, а как-то, ну, вот так вот, внутри вот как-то. И говорила, что это солнышко. Потом бабушки сказали, что не давай дети, не давай для нее никаких книг. Ничего ей не показывай, ничего не рассказывай, всему свое время. Вот. Потом мне подарили солнце, керамику, вот эту маску солнышко. Вы помните? Сейчас вам ее сниму. Секунду, она надо мной сейчас висит, надо мной. Снимаю, она висит над этим зеркалом моим круглым, и вот прям над столом, это мое место. И тоже я не хотела выходить с машины, плохо себя чувствовала, когда приехала к Бепе на фабрику керамики. А он говорит, зайди, пожалуйста, я хочу подарить. И вот подарил мне вот это солнце. Ну, до этого я уже брала в руки в руны, но так серьезно не относилась. Но потом думаю, ну, столько разных знаков. Ну, значит, они твои. Значит, надо заниматься. И вот несколько раз уже проверяла, задавала вопросы, вынимала руну. И вы знаете, верю, в этом что-то есть. Вот давайте сегодня... Я уже на себя сделала, на себе посмотрела. Очень тяжелая первая руна мне выпала сегодня. Вторая, третья обнадеживающая. Вторая обнадеживающая, третья... толчок такой, что все будет хорошо, я со всем справлюсь. Давайте просто любую возьму и прочитаю, чтобы вы понимали, о чем я. Ну вот любую, какую мы достали, давайте прочитаем. Так, смотрите. А я читаю. Счастье, блаженство, удовольствие, дружба, радость, влечение, доброжелательность, общение, гармония, единение, свет, благополучие, юмор, смех, безопасность. Символизирует радость, уют, мир, партнерство, гармонию и процветание. Эта руна обозначает экстаз и славу, и еще успех и знания. Ну, вы представляете, я же перед вами вот это сделала. И я специально вам, ну, как бы, думаю, запишу на YouTube. У меня уже третьи сутки не заходят видео, почему-то не проходят мои видео. Наверное, попробую сейчас вот это записать вам и отправить, попробую, пройдет ли это. Но это, ну, это просто чудо. А мы реально же с вами, ну, вот у меня же честные подписчики, я же вас не покупаю.
И вот реально то, что здесь сказано, еще раз прочитаю. Вот обратите внимание на эту руну, вот буква П. Угу. Счастье, блаженство, удовольствие, дружба, радость, влечение, доброжелательность, общение, гармония, единение, свет, благополучие, юмор, смех, безопасность. Символизирует радость, уют, мир, партнерство, гармонию, процветание. Эта руна означает экстаз и славу, и еще успех и знания. Я просто прям заплачу. Ну как это может быть? А может. Оказывается, может. Боже, друзья. Спасибо. Благодарю. Благодарю руны. Благодарю, благодарю. На этом сейчас закрою это маленькое видео. Просто хотела вас ознакомить со своими рунами, которые ко мне вот так случайно пришли. Вот. И которым, наверное, все-таки буду заниматься. Уже начала их чувствовать. Уже получила несколько ответов. Даже мои подруги просили некоторые. И вроде бы как... Ну, пока я должна с ними научиться работать. Я еще не специалист. Не одевала никакие браслетики. Просто одела, чтобы не отвлекать. Просто одела зеленую рубаху, набросила, потому что положила Юлины цветочки. Вот. И думаю, как освежающий элемент, пусть будут мои, как ствол, да, зеленые. На маникюрчик иду завтра. Все, но мы не о том, мы сегодня о рунах, и я очень рада. И приятно удивлена, это то, что есть между нами, общение. Взаимосвязь, благодарность, радость, позитивные эмоции, да. Несмотря на то, что вот видео, очень многие видео меня просто блокируют, хотя же вы видите, что видео просто такие позитивные, но их почему-то не пропускает YouTube или убирает монетизацию. Ну ничего, я же это делаю для себя, для вас искренне делаю тогда, когда хочу. Я же не зарабатываю на этом, вы знаете. Ну, чтобы зарабатывать, наверное, надо платить или много подписчиков. Я не знаю, что там надо иметь, но так как они меня блокируют, я выяснять ничего не буду. Я так благодарна, потому что есть очень сильная взаимосвязь с нами. Благодарю всех. Я вас люблю, пупусики. Только что прослушала, думаю, боже, как я гэкаю. Надо гэ-гэ-гэ, благодарю. Гармония. Что-то еще я сказала тоже со своим украинским акцентом, но реально это на эмоциях, вы же знаете. Не помню сразу, сейчас уже не вспомню, но только что прослушала этих 7 минуточек, которые записались, и думаю, сейчас начнете мне опять писать, что я гэкаю. Благодарю. Гармония. Солнышко. Я удивлена. Только сегодня увидела, что это солнышко. Все, это уже точно папа. И давайте сейчас попробую. Сегодня 30.05, 30 мая 2024 года. Сейчас проверим, зайдет видео мое на YouTube или нет. Все, до встречи. Ci vediamo presto. Увидимся скоро.